Я на 100% уверена, что человек делает самые крутые вещи только тогда, когда у него горят глаза от задачи. И зная это, я это использую в том числе в работе со специалистами, к которым обращаюсь. Хочу сейчас показать вам пример. С этим дизайнером я работала в первый раз. Я посмотрела ее работы, ее Инстаграм. Меня все устроило. Она вызвала доверие как специалист, поэтому я просто сказала, какое впечатление мне нужно производить, и дала полную свободу действий. Меня капец как радует, что весь курс, даже в таких мелочах, как коллажи на лендинг, создается в атмосфере любви. Я сейчас черпаю отсюда столько ресурса, и меня это наполняет изнутри, и мне есть чем делиться и что отдавать. Одна из причин, почему я решила заняться своим внешним видом, это тот фактор, что я работаю с достаточно высокими прайсами, и я продолжаю работать только на повышение цен, но при этом я выглядела, ну, прям как подросток, я не производила впечатление эксперта. Это, кстати, очень интересный момент. Есть факторы, которые напрямую влияют на увеличение дохода, то есть непосредственно ваши профессиональные компетенции, ваше умение продавать, ваш образ мышления в том числе. А есть те, которые влияют косвенно. Просто